Всем привет! И то, что надо для игрового компьютера, это игровая механическая клавиатура. Взял от компании MotoSpeed, посмотрел кучу обзоров, все хвалят именно вот эту CK104 с RGB подсветочкой и взял именно такую. Ну, будем смотреть, будем пробовать, насколько она хороша. Так, в комплекте у нас есть съемник для свечей, есть мануал. Мануал, наверное, на китайском и английском. Ну, уже хорошо. И гарантийный талончик. Так, давайте смотреть саму клавиатуру. Взял, да, кстати, в таком темно-сером цвете. Есть еще вроде светло-серым и есть какие-то еще цвета типа розового, что ли, или мне казалось. Так, значит, смотрите, у нас есть позолоченный коннектор USB-шный, провод, толстый провод причем, и есть смоточка. То есть можно будет лишнее будет спокойно убрать, смотать, пускай оно где-нибудь лежит. Вот, клавиши парят над самой клавиатурой. Мне кажется, будет прикольный эффект, если она будет светиться при этом. То есть вот такое вот. Такое хитрое решение. Есть отверстие, вот здесь вот смотрите, раз, два и три отверстия для слива воды. То есть, если вдруг вы что-то зальете, клавиатура якобы имеет защиту, там какую-то IP. Вот, и можно будет спокойно потрясти и вылить вашу пепси-колу, пиво и все остальное. Также есть прорезиненные вот такие открывающиеся ножки. И вот здесь резинки вставлены тоже. То есть, она, по идее... Когда они сложены, она только на больших этих резинках держится, причем неплохо держится. Если поднять ее, то она еще лучше даже держится. Вот. Кстати, еще один плюс данной клавиатуры. Здесь уже, как мы видим, есть русский язык. То есть гравировочка уже сделана. И это, мне кажется, вот такой вот плюс, потому что мне не придется платить там 1000 рублей за гравировку. Вот. Теперь... По щелчкам. Все щелкает, все отлично. Так, как бы нам снять? Стоят синие свечи. Вот еще какой-нибудь снимем. Проверим, что там у нас стоит. Ну, вот этот. Опа, кнопочка Function. Тоже синий. Вот. Ну, будем пробовать, насколько оно в играх нормально будет играться и как оно сейчас будет подсвечиваться. В общем, сейчас подключаем. Играем и в конце мнение. Но, посмотрев кучу обзоров, я понял, что это одна из самых лучших китайских дешевых клавиатур механических, которые сейчас есть на рынке. Ну и покупая в Китае, получить русскую гравировку на клавиатуре, мне кажется, это вообще уже как минимум лайк. Погнали. Закрыл шторы, выключил свет, и вот так вот у нас выглядит клавиатура в рабочем виде. По умолчанию светится красным цветом. Так выглядят кнопочки. Как я и говорил, они как будто парят над клавиатурой. Меняется все у нас с помощью кнопочки Function. И вот здесь у нас подписаны кнопки некоторые. M1, M2, MR. Также есть еще режимы игры. То есть FPS. Вот это я, кстати, не понял, что за режим игры FPS. Вот. Также есть Call of Duty, LOL, Racing. CF2. Я тоже не знаю, что это за игра, но, возможно, такая есть. Так, ну и давайте попробуем сначала с режимами M1 разобраться. То есть, вот, мы нажали. Просто все моргнуло. И, как мы видим, ну, не знаю, как на камеру видно, не видно, но она то тускнеет, то, ну, в общем, такое мерцание, редкостное мерцание. Так, давайте следующий режим. Следующий режим у нас включает, как мы видим, стрелочки, кнопки WASD и Escape. Так, следующий режим. Мне бы попасть опять на так, Function M1. Включилась радуга, я так бы ее назвал. Он просто меняет цвета все, которые у него есть. При нажатии тоже ничего не происходит. Так, Function M1. Так, ну и теперь прикольный такой режим, когда кнопочки
ну, так вот загорается при нажатии. Мне кажется, это все можно менять. Так. Давайте попробуем. Вот, да, меняется. То есть с помощью функций и стрелочек тут можно менять яркость. Например, сделать яркость совсем маленькую. Как мы видим, яркость уменьшается. И скорость отклика тоже уменьшается. То есть с помощью стрелок и кнопки function можно немножко менять. Вот, как мы видим, долго теперь. Давайте следующий. Это function M1. И что у нас здесь? Ну, переливания такие. То есть он переливается с одной стороны в другую сторону. Так, следующее. Мне кажется, вообще просто все разноцветные. И просто туда-сюда бегает такая змейка. Ну, может быть, кому-то такой понравится. Следующий режим. Это когда мы нажимаем, и вот такая радуга разбегается от клавиатуры. Прикольно. Так, еще один режим. То есть, где мы нажимаем, у нас загораются вокруг несколько клавиш. Так, следующее. Ну, режим радуги. Тут точно радуга. Вот, и опять первый режим. Также, кстати, мы, если мы куда-то нащелкали какой-то режим себе, и нам он не нравится, мы можем всегда с помощью кнопки Function и Escape-то дотянуться бы, сбросить все, но на стоковые настройки. Вот они, стоковые настройки. Ну и теперь давайте FPS. Режим FPS, то есть включаются стрелочки и вот это. Следующий режим, это у нас CF2. Ну, видать, для какой-то игры вот эти клавиши необходимы. Так, дальше, следующий, третий режим. Это у нас был Call of Duty, как я понимаю. Подсвечиваются вот такие клавиши. Четвертый режим LOL. Пятый режим Racing. Так, ну и давайте сбросим это все дело. Опа, есть, сбросил. И посмотрим, что такое у нас M2. M2 у нас просто меняет цвета. То есть можно выбрать любой цвет, который нам нравится. Если нам не нравится, например, красный, мы можем сделать желтый, зеленый. Ну, в общем, все остальное. Так, сбрасываем опять же. И давайте посмотрим, что такое MR. Слушайте, ну не знаю, MR, в общем, может быть, это и не функциональная клавиша. Так, что-то у меня куда-то не туда, вот она. Возможно, это... Так, сбросим. Возможно, это и не функциональная клавиша. Вот, ну, теперь надо поиграть. Протестировал связочку мышка-клавиатура. И хочу сказать, что протестировал в трех играх. Это Battlefield, PUBG и Contra, CSGO. Клавиатура мне понравилась. Щелкает, конечно, громковато, но... Реально клавиатура клевая, и я лично я ощутил разницу между такой механической клавиатурой и клавиатурой, которая у меня на ноутбуке, на MacBook'е, да, там простая она, мембранная, вот, и скажу, механическая мне больше понравилась, вот честное слово, она реально как-то, не знаю, но ощущения от нее намного как-то больше в игре, и мне они... больше нравится. То есть я бы остановился на данной клавиатуре, чем на какой-нибудь простой мембранной. Вот, так что ссылочка под видео оставляю. Ну и еще раз повторюсь, что клево то, что здесь у нас уже есть русская гравировка. Это, мне кажется, вообще прям огромнейший плюс. Так что с вас лайки. Всем пока!